Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi Mi Smart Band 9. И сейчас я покажу вам, как установить пароль на экран блокировки. Итак, мы открываем настройки. И здесь мы проходим в раздел «Цифровой код». Нажимаем «Настроить код» и вводим пароль. И подтверждаем его. И таким образом добавляем пароль. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.